Международный математический институт им. Леонарда Эйлера был основан в 1988 году в составе Санкт-Петербургского отделения математического института им В.А. Стеклова РАН с целью организации международного научного сотрудничества и создания условий для совместных исследований российских и зарубежных ученых. Директором и основателем института является академик РАН Людвиг Фадеев. История МММ Эйлера создан с целью создания условий для совместных исследований российских и зарубежных ученых, в первую очередь математиков. Имя Леонарда Эйлера, присвоенное институту, отсылает к деятельности швейцарского ученого, приглашенного в Петербург Екатериной I, и делает его широко известным в международных научных кругах. Ежегодно институтом организуется около 10 международных конференций и рабочих встреч. Здание «Песочная набережная», дом 10, в середине 19 века являлось деревянной усадьбой капитана А. Е. Ингельгарта, сына директора императорского царскосельского лицея. В 1860-х годах в ее купила жена почетного гражданина В.А. Новинская. В начале 20 века владельцами стали внучки Новинской. В 1913-1914 по проекту архитектора Н. Лансера они возвели двухэтажный каменный особняк в стиле неоклассицизма. Каждая из сестер занимала отдельный этаж с отдельным набором помещений. В советское время здесь долгое время находился туберкулезный диспансер.